Всем привет! Отвечая на вопрос подписчика, Ильнар, он спрашивает, если взять на вооружение такую структуру сайта, главная страница коммерческая на продажу услуги, а все внутренние информационные в виде блога и вопросов-ответов. Где эта услуга может пригодиться, для чего, ну, в общем, всякие разные информационные страницы. Естественно, в таких статьях будет ссылка на главную, где эту услугу можно получить, будет ли работать такая схема. На самом деле я видел пару таких вариантов, но ранжировались они не очень хорошо, и все-таки у вас коммерческая семантика, то есть коммерческие группы запросов должны быть раскиданы по коммерческой ветке сайта. То есть вы, ну, например, вы торгуете какой-то, ну, то есть у вас там услуга по, не знаю, озеленению территории, и в рамках этой услуги есть коммерческие информационные запросы. Ну, информационные, типа там, как, не знаю, посадить дерево, а коммерческие, типа, озеленение территории в Химках. И вы главную страницу затачиваете под одни запросы, и, как правило, все нужные коммерческие запросы туда не влезут. И дочерние запросы вы раскидываете по, ну, как бы по дочерним коммерческим страницам. И это должна быть ветка, даже по адресу страницы должна отличаться от информационной. То есть вы делаете ветку, ну, типа, не знаю, там, купить, например, или какой-нибудь там шоп, или там услуги. Ну, в общем, любое слово, на самом деле, оно не обязательно может быть связано с коммерцией какой-то просто. Можете букву поставить, там, /t. И там вот через, то есть, адрес сайта, /t/, и дальше идут там, там посадить длинномеры. Там опять /t, там, купить деревья, ну, что-нибудь такое. Там, высадить траву. И там вы описываете такие лендингоподобные страницы, вывешиваете именно по услугам. Параллельно с этим вы делаете вторую ветку на вашем сайте, на котором будет, ну, там, /статьи или /инфо. И в этой ветке уже у вас там блог, вопросы, ответы и прочее. То есть и эти ветки не должны, ну, пересекаться должны минимально. Единственное, что вы можете сделать с информационных, действительно иногда ставить ссылки на коммерческие страницы, с коммерческих иногда ставить на информационные, но не на уровне вот этой такой жесткой автоматической перелинковки, потому что пользы это сейчас дает не так много, как раньше, а, ну, некоторый негативный эффект можете от этого получить, потому что поисковики еще не любят, когда злоупотребляют перелинковкой внутренней. И вот такая структура будет более стабильная, более эффективная, чем только главную затачивать под коммерческие ключи, а все остальное под информационку. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях, лайкайте и комментируйте чужие комментарии, и приходите на бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению. Ссылка в описании. Пока!